Рыбакит папа рисует. Арт часы. Привет, сегодня я рисую на классных арт-часах фирмы Игрокрафт. Я думаю, я сегодня выбрал белые. Ну и хочу сделать такой классный дизайн для мамы и пап. Если у тебя есть такие часы, и ты хочешь что-то сделать для мамы приятное, для папы, а они любят кофе или чай, то я думаю, вот такой дизайн тебе подойдет. А если тебе просто хочется что-то нарисовать, простой рисунок, и у тебя нет таких часов, то рисуй со мной, потому что сегодня я рисую чашечку, пишу кофе, и этот дизайн можно сделать, и открытку тоже. С чего начнем? Всегда часы я начинаю с точечек и цифрок, чтобы четко они работали, чтобы самое главное было рабочее. Да? После этого я рисую красную чашку, овальчик, к ней вниз такую чашечку, все закрашиваю красным фломастером. У меня не фломастер, а мелок, это называется маркер мелочный, потому что он легко смывается. Конечно, ручечку нарисовал, что у него там в глубине, подставочку небольшую и блюдечко. Все это красное, сочное. Очень мне этот цвет нравится, он такой возбуждает, особенно если утром такое видишь, оно радует. Добавляю немножко коричневый. Я думаю, я сегодня напишу кофе. Можно и чай написать, если мама любит чай, но я пишу кофе. Это так пишется. И рисую, конечно, маленькое зернышко, такой логотип. Можно сказать, дизайн у тебя в руках, и ты, возможно, сделаешь что-то интересное и неповторимое с помощью таких часов. Все это я обведу черным мелком, и вот дизайн уже готов и радует маму, папу, тебя и меня. Он очень радует, потому что в ближайший денек-другой я буду смотреть на этот дизайн, а может быть даже пойду кофе пить и посмотрю, порадуюсь. Если тебе такие часы приглянулись, то заходи по ссылке в описании, ищи подходящие, есть черные, золотистые, зеркальные, мне особенно нравятся черные и белые, и получай скидку 30%, если ты напишешь слово «кит» по латинским буквами. Так что всем советую приглядеться к таким вот подарочкам, или просто если что-то сделаешь, то это будет прикольно и ярко.